Всем привет, меня зовут Виктор, это Mist Survival, и я продолжаю здесь свои приключения. Так, в прошлой серии остановились где-то возле дома, машину бросили в поле, в поисках ресурсов и всего прочего. Ну и сегодня отсюда и продолжим. Так, сразу отвечу по поводу, мне пишут в комментариях, как нужно строить, что нужно строить. Я читаю все комментарии. Читаю абсолютно все комментарии, тем более их не так уж и много. И почему я все-таки продолжаю делать по-своему? Ну, потому что мне нравится делать по-своему. Спасибо за то, что пишете, подсказываете, только какой интерес смотреть одинаковые видосики смотреть. Если все будут все строить одинаково, то тогда какой интерес? Кайф в том, чтобы делать по-своему. Так, а чё, я, наверное... Блин, я забыл, наверное, откуда я приехал, кстати. А может, я не забыл. Кстати, это получается, я нашел какое-то еще место. Интересно. Ну, кататься будем долго, наверное, пока тут это полностью. Потому что ресурсов-то, в принципе, мне понадобится прилично, да? Я понимаю, что можно вставить в окна решетки, можно под окнами поставить емкости, в частности, там на бочку с водой можно поставить, какой-нибудь шкафчик, там еще что-то, и они в окна, мутанты, не пролезут. Но мне вот хочется зафигачить вокруг забором. Впереди еще два домика есть. А тут нигде бандосов нету. Полезем сейчас на разведку. Жаль, что военные тачки нельзя. Здесь. А, здесь я полный, да, забит. Полностью забит. То есть у меня не так уж и много слотов, получается, осталось. А, чтобы что-то положить. Ножик. Нет, пока закроем ножик. О! Вот это уже интересно. Нашли ствол приличный. Левитирующую банку нашли. Так, а что по идее? Ханжа, в принципе, можно бы и покушать. Да? А, это паштет. Так, стоп. По-русски написано? Ё-моё. А чё это? Чё-то... Появил... Игру русифицировать начинают или чё? Почему? Почему по-русски-то вдруг написано? Блять, ну здесь ничего нету, ни хрена.
Наверх. Ну туда наверх я не залезу. Домам лучше проехать бы. Ага. А здесь вот так перекрыто. Прямо туда придется ехать, к тем домам. Придется ехать прямо. Револьвер. Это, конечно, тема, револьвер. Ну, что ты не запрыгиваешь-то? Здесь что-нибудь есть? Ни хрена, да? Ух ты ж, какая там свалка-то автомобилей. Накидали автомобилей сколько угодно. Кучу целую. Мне кажется, в ранней версии не было этой груды автомобилей. Ну, версия, которая, когда я год назад играл, по-моему, не было там этих автомобилей. Ё-моё, сколько тут. И домиков вроде тут поприбавилось. И вроде домиков тоже поприбавилось. Конечно, могу ошибаться, потому что я уже больше года как играл. Бутылка. Нет, бутылку брать не будем. Опа, отмычка. Интересно, что это он дома у себя отмычки хранит? Он там или она? Зачем ему дома отмычки? Так, шлем пусть лежит здесь. У меня, в принципе, шлема-то есть. Что, придется сейчас возвращаться, потому что куда, что, мне уже и складывать-то некуда. Складывать некуда уже. Орешек погрызли, как белочка. Гвоздочки. Вот гвоздочки, это ценный материал. Спичандрии. В принципе, спичандрии тоже ценный материал. Ценнее, чем листик.
что это? Окна. Сколько у вас там хулиганов. Бля. Горел-горел, не догорел. Горел-горел, не догорел. Так, ну ладно, уезжаем тогда отсюда, потому что... Все равно у меня на все смотреть места не хватит. Все не заберу. Так, вот еще грузовая тачка одна. Так, вот бенз там. Бенз можно слить. И тут еще у нас свеча. Вот свечу можно взять. А, это не ездовая тачка. На этой поехать не получится. Блять, я... Где я машину-то свою оставил? Так, вон там есть ездовая тачка. А вот моя машина. А ну я, в принципе, и недалеко от своего поселения. Меня вот просто что, вопрос сейчас стал мучить насчет вот этого, то, что я строю, а можно ли через это перелезть и мне? Перепрыгнуть не могу, потому что... Я понимаю, почему мне пишет человек, что забор бесполезен и на него много ресурсов, потому что калитку эти мутанты хреновы вручную будут открывать. Они вручную ее смогут открывать, эту калитку, и поэтому только я пытаюсь сейчас придумать какой-то, пока строю, способ. Как можно будет сделать так, чтобы они все-таки не могли через забор перелазить? А, не, паштет, вот по-русски было написано. А это что, почему? Тут, в принципе, оно тоже по-русски написано, просто я не вижу. Мелко, наверное, написано. Блин, у меня место еще, оказывается, было. Так, это уголь, это батарейки. А, батарейки я не беру, все, да, батарейки мы не берем. Так, здесь пусто. Здесь вот под вот эту штуку место. Здесь молотки и топоры. Давай топор берем сюда. Это вот сюда. Здесь у меня автомобильные запчасти. Так, это сюда я одежду складываю. Оружие у меня... А, куда? Сюда оружие я складываю, что ли? Бита. А нахрен мне вообще биты? Чё я с ними таскаюсь, с этими битами, бля? Зачем?
Зачем я таскаюсь с этими битами? Да, ах, потрошки, потрошки, потрошки. Свечка, гвозди надо куда-то положить. Так, а тут нельзя нам гвозди. Ну сюда можно, в принципе, гвозди положить, да? Ну давай вот гвозди, наверное, вот сюда положу. Гвозди и отмычку сюда пока положу. Жратва и перышко. Жратва и перышко. Перья я же где-то... Я же перья где-то здесь складывал или нет? Да, вот. Все. Больше перья не лезут. Надо ехать еще ящиков искать. Тут опять у меня полно. Этого жратва... Бутылки биты нахер повыкидывать. Пень все эти бутылки с собой таскать. Нахер они нужны. Чё, картошка? Еще жратва, еще жратва. Свечки. Так, пистолет. Нет, это пистолет, это мои. Это со мной пистолеты идут. Свечка запасная, а это... Сюда. Это. Бита. Так, это какие патроны? Ты что, блядь, 9-миллиметровый для пистолета. Нет, нет, вот здесь. Давай-ка мы вот здесь все покидаем на пол. Что нам не надо? Все. Остальное надо. Так, крафтинг материал. Надо будет потом еще разобраться, что из тебя крафтить. То есть тебя крафтить-то. Сейчас пошли. Один патрон все равно тут остается. Так, биты берем на выброс. Нахрен не надо. А, это бандажи, бандажи. Блять, нахер я бандажи в еду закинул? Эти стакаются, и то хорошо. Получается, надо еще будет. Молотки, топоры.
сюда, сюда. И пойти глянуть. Еды на фул. Так, что? Давай-ка, наверное, вот вас орешки погрызем. Орешки погрызем. Банку сюда поставим. Картофан, перья. Свечку. Блядь, свечку-то свечку забыл выложить. Свечку. Так, свечка сюда. И... похеру, картошку сюда положим. И еды маленько сюда положим. Патрончик. Туман, что ли, надвигается? Хреново. Хреново. Либо, конечно, мне кажется, что там туман надвигается. Либо так оно и в дистиллятор забыл заглянуть. На базе-то у себя там что-то вообще произошло с ним, нет, он надистиллировал мне чего-нибудь там или не так и не хочет дистиллировать, или так еще и не закончил. Что здесь все пусто? Кто тут уже полазил без меня? Хрена тут нету. Так, есть отмычка. Домик на холме я смотрел. Чё по времени? 4 вечера. Вот тут вот домик надо осмотреть. Всё-таки прописал этот урод мне. Вот сволочь.
Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, картошка пусть у него остается. Все равно мне этой картошки, блин, гора. И маленькая тележка, еда. Еда, еда, еда. Чемодан-то хорошая штука. Опа. Чё там? Ждет нас там какой-то сюрприз приятный или ни хрена там путнего не ждет? А? Ждет или не ждет? Так, чё нам надо? F? 5 минут. Ну чё отмычка, чё этой по 5 минут ломает? Тумбочка, блин, в которой пистолет. Кольт. Даже не знаю, что радоваться этому или нет. По-моему, все-таки туман начинает это. Ну, ёпарсоте. Мне в бубен прописали. Хорошо, что я сохранился. Как будто чувствовал, что сейчас мне тут пропишут. Как будто прям предчувствие было, что пропишут именно здесь. Все, они исчезли. Прикольные вот эти, конечно, баги такие. При загрузке загружаешься, и все, и никого нету. И ничего нету, блин. Интересненько, конечно, интересненько. Так-то вообще можно было вот этот дом прям такую очень приличную такую эту базу занять. Ох ты ж, еще и контейнер. Опа-на. Опа-на. Обалдеть. Обалдеть. Так, броня. Только этот дом нельзя, да, занять под базу. Потому что, типа, сильно жирно это будет для меня. Такой дом под базу.
Аптеку осмотрели. Так, тот дом осматривал я. Вот эту вот надо осмотреть. Блядь. Вояки откуда-то нарисовались. Капец. Так, что у меня тут? Блять, у меня в машине оружие. Точнее, не вояки, бандиты, блин, вояки. Какое... и те вооружены, блин, мне приятного мало с ними сейчас в лобовую столкнуться. Чё ты? Чё такое, ёптать? Чё я пройти-то не могу здесь? Серьезно, просто типа потолок высокий был, я головой что ли упирался? Прикалываетесь? Никак, блин. Ага. Я лучше обойду комнату, чем буду сейчас отмычку тратить на сламывание. Да, едим орешки. Да, блядь, не еда, спички, молотки пока что не нужны. Специи берем, это все пьем. И тут, а вот тут, по-моему, комната-то это с секретом. А у меня, отмычка-то у меня получается, она одноразовая была. А я что-то думал многоразово, сейчас думаю понес. Точняк, у меня что, отмычки-то нету. Она одноразовая оказалась. Кто же одноразовые отмычки-то делает, вы чё? Ломик-то выдержал. Получается одного этого, одно вскрытие. А отмычка нет. Машине. Бежим к машине. Темнеет мой парус. Вдали одинокий на фоне больших кораблей. Колесо стоит. Надо продмаг сейчас осмотреть, этот будет супермаркет, мегамаркет.
Это нет, это сюда. А, это сюда. Это сюда, сюда. Сюда, сюда. Надеюсь, медведя тут не будет. То мало ли сейчас откуда-то нарисуется откуда-нибудь бандаж. Берем все, что. Все, что. Свечка слабенькая, конечно. Еще перчи. Ну, открывайся, открывайся. Гвозди. То, что надо. Прям то, что доктор прописал нам гвоздочки. Здесь что, здесь жратвы, наверное? Ну, жратву нахрен. Жратвы и так уже полно. Набрал. Надо для крафта что-нибудь нахват набирать. Что для крафта пригодится. Орешки сразу съедаем. Так, батарейки не беру, у меня и так целая тумбочка батареек там. Ладно, все, надо возвращаться. Надо возвращаться. Можно, конечно, в перестрелке поучаствовать с этими вояками. Только какой смысл? Вряд ли я у них там что-то прям столь ценное смогу отжать, что мне пригодится. Чё я, кстати, патроны-то сюда выбросил на пол? Зачем? Раз у меня тут место есть, куда вот это складывать. Что-то странно как-то так. Пистолет. А, у меня же ещё тем более эти патроны есть. Ага.
есть я пока не хочу. 32 под соль. Куда я? А гвозди-то куда я положил, блин? А? Гвоздочки куда? Куда я спрятал гвоздочки? Нашел куда. Так, это сюда. Я, может, это взять, положить к этим. Сюда еще вот пару банок вот этого закинуть. А это положить вот сюда. Что, шкафчиками мы обживемся, пистолет сюда, ну, остальное все там в доме разместить и проверить наконец-то дистиллятор свой, пойти, что с ним там произошло. Пилу сюда и это сюда. Так, здесь нет. Сутки-то уже должны у меня были пройти. Сколько ты тут коптить-то будешь? Правда, он, сука, точно у меня бузу сделал. Алкоголь. А, в принципе, наверное, если я просто воды налью из вот этого, он может мне... Он, наверное, просто воды мне чисто и сделает, если я воды налью без этого. Биотопливо, это масло. Где я? Биофул. Сюда поставим. Инструменты, все и тряпочки. Так, а что я, наверное, сейчас, хотя нет, вот это я оставлю. Надо еще веток пособирать. Листья нет, а ветки да. Все-таки достраивать-то надо, блин. Забор.
Так, вот эти штуки. Окей. Так, 8 вечера. Ну вот теперь можно и поспать пойти. Вот. 8. Поэтому на этом и можно поспать. Так, что тогда на этом серию сейчас эту закончим. А уже потом с утречка проснемся с полными силами и продолжим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.